Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить очень вкусный торт Нутелла. В кастрюлю добавляем яйца, сахар, мед, Нутелла, масло, какао. Ставим на огонь, постоянно перемешиваем, пока не растает масло. Как только растает масло, убираем с огня, переливаем в другую миску. Даем чуть-чуть остыть. Добавляем соду, перемешиваем. Постепенно добавляем муку. Тесто убираем в пакет и отправляем в холодильник на 1 час. Пока тесто отдыхает в холодильнике, готовим заварной крем. В кастрюлю добавляем яйца, сахар, ванилин. Все это взбиваем венчиком. Добавляем муку, перемешиваем. И постепенно наливаем молоко. Перемешиваем, чтобы не образовались комочки. Ставим на огонь. Варим до загустения. В горячий крем добавляем шоколад, перемешиваем. Накрываем пакетом и даем полностью остыть.
Достаем тесто из холодильника. Разделяем на 6 частей. Из них формируем шарики. Каждый шарик будем раскатывать на пергаментной бумаге. На противень посыпаем немного муки. Раскатанное тесто кладем на противень. Убираем бумагу. Протакаем вилкой, чтобы не пузырилось. Выпекаем 5-8 минут. Остывший крем перемешиваем. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером 2-3 минуты. По одной ложке добавляем заварной крем. И продолжаем взбивать. Все пропорции указаны под видео. Готовый крем разделяем на 5 ровных частей. Собираем торт. Убираем в холодильник на 5-6 часов, а лучше на ночь, чтобы он пропитался. Достаем торт из холодильника. Нарезаем на кусочки и подаем на стол.
Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, оставьте комментарии и до новых встреч!